Моралес. Маус Моралес. Майлз. Ну ладно, короче. Мы тут... Что мы должны сделать? Доступно события. Так. Надо чуть-чуть сделать вот так вот. Вот. И погнали. Эй, что такое? Не нравится? Так, и мы должны... Опа! Так. Ну уже, Фина. Это Фина. Оставьте Да. сообщение, и я его когда-нибудь послушаю. Это Майлз. Я в курсе, что ты знать меня не желаешь, но выслушай, пожалуйста. Кригер изменил настройки реактора. Если туда поместить нестабильный нуформ... Окей. Длина сообщения превысила допустимый предел. Повесьте трубку и... И звоню ей позже. О. Давай, сейчас мы тут их... Приказ задержать Человека-паука! Ну... Давай, ну вот что ты, блин, больше это фига... Ох, нифига вы. Вот этот вообще просто... Полетаем. В воздухе. Ой, упали. Ну, и чё? Вообще попутал. Добивание. Тын. Так, ну что ж. Прыжок. Главное, что прыжок веры туда не сделали. Вот это ты у меня Скуби-Ду. Так, что, недоступно? Почему недоступно? А, это все понятно. Так. Так. Сейчас мы посмотрим, где это у нас. Так. А где у нас второй уровень? Вот он. Это у нас еще допустимый прыжок. Слушай, я думаю... Ладно. Мы прыгнем как бы. Так, ну что ж. Оба. Что это сейчас произошло? Что это произошло? Что это? Прости меня, племянник. У меня прям мурашки по коже. Нифига себе. Пусть вот Кригер это. Умелец поубивает друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Ха. Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен Почему? Остановить Фину. Нет, ты должен выжить. Я не способный. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригер? Не, как говорится. Я не сдавал. Стал им, и ты ничего из этого не сделаешь. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз, я не хочу потерять еще и тебя. Так и не теряй. А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценил. Бой. Бой. Майлз, нет.
хочу этого, но не могу оставаться здесь. Тогда я сделаю то, что должен. Спасу тебя. Технология маскировки. Надо ее снять. Нет. Дело вообще не во мне, а в тебе. Ну давай. Ты боишься? Не переводи на меня. Будет он у меня еще драться. Когда ты уже поймешь, что я должен защищать этот город? Давай, 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 давай. Ты никому не поможешь. Полетать. Будет он еще сражаться. Оп. Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить тебя. Нифига, не умеешь ты сражаться. Только я пытаюсь защитить тебя. А я пытаюсь защитить всех остальных. Опа. Дяденька-то сложный. Очень сложный дяденька. Но ничего, мы справимся не с тобой. И не с такими людьми справляемся. О, давай. Да. Нет. Он учил меня ставить чувства других выше своих. Что за? Да. Я должен. Полетал. Давай! Только если мы все не исправим! Ну что ты, ты подумал такое? О, ты понимаешь, и... ты всегда сражался только за себя! Может, потому-то я и жив! Да вот так вот тебе! Ха-ха-ха! Нифига. Не смей! Хочешь, чтобы мама и тебя похоронила? Я не позволю. Это что такое? Что такое? Из Роксона подарили! Я там делаю! Тебе не угнаться! Наивный ребенок! Давай, попута! Нет! Я парень, который сразу... Вот так вот! Еее, бэби, где? Где ты? Ох, блядь! Ты смиришься с тем, что я Человек-паук? Я должен рисковать! Вот именно! Я больше не дам своим родным гибнуть, играю в героев! Давай! О, да! Полетаем! Пошел ты! Вот так тебе, будет знать какой! Давай! О, ну мы это бы нет. О, давай. Да, вот так вот. Полетал еще раз. И мы... Прыжок, удар. И еще. Хрен тебе, деды. Полетаешь сейчас у меня. Оп, нет. Чё? О. Спина не понимает, что собирается сделать. И еще раз удар. Но мы не...
Из того теста ты нас нашел. Я знаю, что подвел. Конечно, подвел. Ты предал нас. Но мы семья. Семья? Это не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Совершенно верно. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Но... Так было со мной и твоим отцом. Да? И чем это кончилось? И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям. Я должен быть хорошим человеком. Ты должен быть хорошим человеком-пауком. Дружелюбный сосед-паук. Главное, не сосет. Так, ну что ж, пройдено. Вот тут что-то. Мой дядя меня типа похитил и запер. Чего? Ты в порядке, чел? Мы подрались, а потом я сказал, что не хочу его знать. Совсем. Какая жесть. Вот это. Что-то на меня нашли. Нет. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, человек. Так. Поехали. И прыжок. И еще раз. Кувырок. И еще раз. Вот так вот. Доступны новые. Надо позвонить Пине. Еще раз. Абонент не принимает звонки с этого номера. Пожалуйста, отключитесь. Что? Серьезно? Погнали, да. Ну, ты чё у меня? О, сразу двоим. И удар. Будет он знать, как наших. Какой ты у меня этот. Ой, 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 ой. Полетаем. О. И сейчас добивочка будет. Комбо! Вот. Бросить предмет врагов, привязать врагов с ней. Блин. Не знал, что так получится. Ты и правда нас защищаешь. Плевать мне, что там говорит Джеймсон и прочие. Скоро здесь будет полиция. Значит, мне лучше уйти. Ну да, тебе надо уйти. Так, погнали. Ого! И... Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способность перед финальным эпизодом. Да, можно начинать. Ну, да, можно начинать. И чё, мы сидим? Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Надеюсь, я смогу увидеть Фрейд. Это изменит всё. И сдержал этот город годами. Полетаем. Так. Так, ну она, наверное, быстрее. Ну ты чё, я первый цветор. Так, где я там видел чувака? Полетаем. Так, следующий. Давай, сейчас мы вас
Там вот... Черт. Нифига, я что-то попутал. Нет, не хотел, извините. Ох ты. Да, я пьерный театр. Нет, 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 нет. Так, будет он. Что-то я нарвался на всех. Вот так вот, полежишь. Чё я, перинсиатор, ты меня тут... Нет? Давай, 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 давай. Полежать. Вот так вот тебе будет, знать он. Ох, блин. Вот так вот. И где он? Все. Так, они, мы от них избавились. О, там еще вот этот летающий хмырь. Так, подождем, подождем. Будет он знать. Тидин, тидин. О, так, тихо. Полежать. Так, еще там, да? Вот так вот. Нет, так, сейчас ты меня этот... Оп. Нет, все. Где ты? Ох, вот ты, собака. Вот ты откуда взялся-то, а? Ты мне скажешь или нет-то? На тебе. Бля, надо было всех по-тихому, да, избавиться. А я так вот напролою.
Вот так вот будет, сейчас знать. Да. Посмотрим, что у них тут за охрана. Понятно. Техбытовка, которую запер и обесточен. Нужен новый источник питания. Ага, так сойдет. Так. О, да. Так получится. Надо соединить его с бытовками. Ну, так. И это сюда. Ну, нет. Бля, ты серьезно? Нет, не сойдет. Может, это вот сюда надо? Как сложно-то. Ладно. Блин, вот это, вот честно. Нет, так не совпадает. Так. Где эта штука? Так, а это сюда. Это первое есть. Вот так. Ага. Липкая и проводящая. Есть один. Отлично. Да, должно сработать. Вот так. Получается. Еще парочку. Понял. А почему первый раз-то не сработало-то? Был еще один. Просто не верится, что все получается. Не все? И биополе разрушено. Так, теперь нам надо наверх. Супер. Очень супер. Конечно. Бум. Так. Фина, ты здесь? Оп, что-то там было. Что такое? Выставка была в том зале. Да понятно. Подожди, стоп. Она, наверное, там. Дальше.
Ладно, давай. Тайник подполья. Оу. Где, бэби? Нашли. Дина! Слушай, давай совсем разберемся. Ты и я. Что-то странно, там шатается, значит, где-то здесь находится. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Ну давай. О. И что там? О, воспоминания. Идем, Капуша. Хочу посмотреть на наш проект, пока мы еще молоды. Ладно, я иду. Пошли. Эй, где посмотрите наш проект? Музей. У меня в телефоне есть карта. Наш проект на временной выставке на верхнем этаже. И там табличка с нашими именами. Как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра, возможно, Нобелевская премия. Это модель – беспилотный глубоководный аппарат для исследования подводных пространств. О-о-о. Возьмем с тобой один из этих. Мы можем сделать такой из пылесоса и старых покрышек, если немного поработать. Этот водолазный костюм один из первых, разработан в начале 18 века. Как думаешь, можно примерить? Очень хочу взглянуть, как ты будешь ходить в этой штуке. Уж не хуже, чем ты в тех туфлях на весеннем балу. Да ладно тебе, у твоих каблуки были еще выше. Вот это вот прикольно сделано. Слушай. Больше, чем вы думаете. 95% морского дна пока не исследовано. Я так и знал. Я так и знал. Даже странно, мы так мало знаем о своей планете. Вы думаете, что жизнь под водой это научная фантастика? Конечно. Нет. Что, боишься? Акулы, темнота, крохотное помещение. Это не по мне. С середины 20 века ученые представляли... Вот это я назову... А ты назови это. Левиафан. Левиафан. Ну ладно, посмотрим. Особые экспонаты наверху. Вон лифт. Есть время сначала осмотреться. Ну давай. Государственные и частные космические корабли. О, ты прикинь, какое у них качество звука. Космическое? У вас есть билеты на временную выставку? О, да. Наш проект на выставке? Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить. Офигеть. Вас. Все равно спасибо. Нормальные герои всегда идут в обход. Она сказала, билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор, который ведет к лифту. Нельзя же... Запер. Ты чё? Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики, но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Ты стремишься, чтобы открыть? Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный, в смысле, форму меняет. Ты смотри, умных слов нахватался. Замолк. Этот планетоход Аскорп. Ищет ископаемые, перевозит людей через токсичные пустоши. Прямо всемогущие. Только представь, проехать на такой попятой авеню. Берегись, пешеходы. Пройти за дверь он нам не поможет. О, смотри, солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Теперь нужно что-то, что можно подсунуть под дверь. Так, что-то, что подсунуть под дверь. А что у нас можно подсунуть? Что-нибудь длинное и плоское. Что может быть и тем, и другим?
О, давай сыграем. Давай, просто дай мне кнопку. Так ты сдаешься? Давай. Ни за что. Сыграем. Раз, два. Быстрее! Давай, ракета! Ну хоть в чем-то я тебя обошел. Ненадолго. Так, окей. У входа был стенд со сплавом. Может, там есть то, что нам нужно? Архитектурные инновации. Ключ к выживанию людей на других планетах. Зацени. Ты хочешь дом на Марсе? Для этого мне нужны микрофоны, усилок, сэмплер. Тебе все это не разрешат. Без этого на Марсе не будет хорошей музыки. Классно, но бесполезно. Так, сменить форму, повернуть. Ничего себе! Думаешь, это метаматерия? Есть! Бери, только незаметно. Подожди, стоп. Взять. Есть, пошли. О, извини, все нормально. О-о-о. Я прикреплю наклейку. Давай откроем дверь. Интерфейс внешних устройств взаимодействует с компьютером модуля. Мы можем сделать то же самое, но с нейроинтерфейсом. Это, видимо, еще до того... Не хватает картин и еще граффити. Это либо гениально, либо совершенно тупо. Если когда-нибудь откроем свою лабораторию, я... Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Так, давай. Сработало! Получилось! Кто-то создает технологии, а кто-то специально, чтобы... Это было шикарно! Очень. Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте. Ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Погнали. Привет, пап. Привет, Майлз. Привет, мистер Дэвис. Привет, веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя. Пока. Мы на месте. Наш проект в конце. Окей. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, к мусорке подключить. Так, это что у нас? Научная станция «Аскорб», расположенная в одной из двух стабильных точек Лагранжа между Землей... Круто было бы жить на космической станции. Ядерная энергия – ключ к освоению космического пространства в будущем. Ядерный реактор «Аскорб». Рик работает над проектом, который оставит атомные установки в прошлом. Мы узнаем, что это такое? Нет. Почему? Робот держит все в строгой тайне. Выращивание культур в питательной жидкости, то, что мы называем гидропоникой, может сделать реальными космические... А можно бы в космосе выращивать цветы? Зачем? Дарить друг другу? Намного важнее вырастить что-нибудь съедобное. Надо быть готовым. Вдруг влюблюсь в симпатичную космонавтку. Ну,
Этот двигатель, использованный в программе «Аполлон», один из удивительных... Самый мощный односопельный ракетный двигатель на жидком топливе. Ох, я бы с таким так, повозилась. Так, вот оно. Наш проект. Вы только поглядите. Это же ученые, отмеченные награды. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? О, ну так. Станьте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да, да. Ладно, ладно. Подвинься. Вот так. Скажи, аллели. Ну нет, не скажу. Вот так вот он познакомился с Спайдерменом, вот так он познакомился. Вот это. О. Фина, ты должна знать, я не желаю тебя слушать. О, кто это такое у нас? Я должен сказать ей, что случится с реактором. Произошло вообще прошлое. Ох ты, блядь, со, кролик и узник Азкабан. Хорошо. Конечно. Куда вы денетесь-то? Так, погнали. И я тебе сейчас сделаю. Да ты, блядь, ты такая, чё... Полежать. И еще раз. И вот так вот. О-о-о. И вот, оп-оп-оп. Комбо. Ну вот, мой любимый музей. Так, ну давай, погнали. Черт. Дополнительный вариант смеет. Так, вот побольше драк бы. И нефиг тут сражаться. Вот так вот. Оп, что это у нас? Ай, он там что застрял? Идите в магазин Тео, я скоро буду там. Мы постараемся спрятать людей, пока можем. Закончу с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Да ты чё, я пернтета? О, о. Давай. И вот так вот. Нефиг тут сражаться. Чё, попут? Думаешь, такой крутой? Тебе крышка! Тебе крышка, может быть? На тебе, полежать. И ещё раз. Полежим. И еще раз тебе удар, супер-пупер-мупер. Вот так, о!
Все, вот так вот. Че такое? Вот так вот тебе будет знать. Че, серьезно? Да у меня мамушки. О, нет. На, полежи. Вот так вот. И еще раз вот так вот. Побольше это. О, блин. Не, полежишь сейчас у меня. Где? И вот так, бомба. Куда? Куда, куда? Нужно срочно добраться до Гарлема, пока Фина не разрушила реактор. Так. Полежи. Ответь! Давай. Как идет эвакуация? Плохо. Кругом Роксон и подполье. Как на войне? Вы в безопасности? Как там мама? Мы не добрались до... Нас дюжина, но... Вот и мы на этом закончим эту данную серию. Всем, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Так, надо вот это вкачать еще, кстати. Угу, я думаю, еще что-нибудь вкачать пока. Что это? Паутину держите, чтобы позвать. Ага. Вот. Всем пока!